Добрый день всем, ребята, девчата. Мы сегодня очень крутые люди, тусим на волшебном блюде. Мы сегодня вот так жгем костры в ожидании весны. Это вот там. Весна наступила, мы все очень веселые и жизнерадостные. Мы вот теперь сидим здесь. В прошлый раз забанили меня. Сейчас я проверю звук. Сейчас меня забанили. Такой бан за то, что я транслировал чужие авторские всякие темы. Мы транслировали фильм, и нас забанили из-за этого. Типа как сидит человек с Ютуба и говорит: бан на 90 дней, 3.7 иди. Бан иди на 90 дней. Ну там сидит такая программа, которая выявляет авторские какие-то нарушения. И сразу идет бан. А если ехать по автобану, то тоже можно попасть в бан. Тоже можно попасть в бан, который называется автобан. А потом по автобану перелететь через дорогу и разбиться. И будет бан по жизни. А потом снова перерождаешься и идешь в новый уровень игры. Такого плана баны. А мы сегодня говорим о королевских сердцах зеленых семиклассниц. Семиклассниц зеленых, королевские сердца, между прочим. А у синих восьмиклассниц сердца еще царские. А вот у девятиклассниц белых идет у нас такая нижняя. Сердечные как бы перекликаются с половыми органами и возникает некоторая субстанция, которая называется горизонтальная проникновенность сущного бытия. Главное, что по диагонали мы идем вообще хорошо. По диагонали. Сейчас попробую музыку. Если вы не услышите, то хорошо, потому что меня опять забанят, если вы услышите. А я хочу музыку слушать, как бы, и делиться с вами. Проверить систему. Но музыка вообще очень тормозит. Потому что музыка очень тормозит. Потому что одновременно и трансляция, и музыка, и возникает такая перезагрузка, перегрузка процессора моего, и так далее, систематизация технических параметров ABCDE.
Муравей будет бежать по сахару, песку и через бумажки, то тогда начнется новый мир. Я чего думаю? Думаю, что музыку надо слушать. Каким-то образом другим стороном. Потому что музыка – это жизнь. А жизнь – это музыка. Бывает, что когда человек нервничает, он обрезательный синдром у него, и он режет все. Вот с ванной лучше с ножницами. Обрезательный синдром у тебя нет. То есть ванну вот не принимает тогда. Да, ванну лучше не принимать с ножницами по-любому. Сейчас я хочу сходить туда. А, все. Ходим мы, бродим по планете. Зеленых семиклассниц у нас. Не знаю, как слушать музыку сейчас. Что-то придумал. Я думаю, если мы будем слушать музыку по телефону, тогда не будет ничего, никаких тормозов и глюков. Мы даже интернет будем использовать мобильный, чтобы было как-то круто. А так вот, если ты в бане живешь, то мобильный интернет лучше не использовать. Лучше использовать проводной интернет, но проводной интернет придешь в баню, потому что в бане много пара, и бывает, что кабели, они... отлетают. Это как вот, когда парень живет, значит, бывает, что ты еще смотришь КамАЗ, потому что ты пол 98. Так. Да, что-то наушнички эти мои. Так, ребята. Так. В общем, вы полистать папку, но не буду это писать. Так. Я вспомнил рюкзак. А спонсор нашего выпуска хлеб, домашний хлеб. Домашний хлеб всегда лучше, чем покупаешь. Хлебопечку купи, и все изменится к лучшему. Тебе не надо больше покупать хлеб. Просто купи тесто, яйца и молока. Домашний хлеб всегда лучше, чем покупаешь.
Я думаю, что всем надо срочно ехать на просветительские вечера в Протвино. Тут спрашивают, интервью у тебя есть? Да? Так, интервью будет с разными людьми, будет интервью с хорошими людьми, с крутыми, с великими, с воздушными, с космическими людьми будет интервью, с космическими людьми. А мы гуляем по проспектам, а мы гуляем по рядам. Мы гуляем по объектам, по рисованным маям. Музыку не то выбирают, не задачи. Какие-то слишком страшные вещи тут у нас рекомендуются. Не знаю, что все такое выбирается. На телефоне музыка выбирается какая-то страшная, пугающая музыка. Я хочу такую музыку хорошую, советскую, Эдуарда Хиля хочу. Эдуард Хиль самый растаманский в мире исполнитель. Эдуард Хиль вообще самый лучший человек, которому писали эти тексты, что... Не все очень хорошие тексты у нас. Просто самые лучшие. Ну, значит, тут идет, что интервью брать у поэта. Зачем мне интервью у поэта? Вот так вот у нас просят, не просят. Просят и не просят, бывает, приходят такие и уносят. Говорят, да. Я подписаю под песенку «Весенний Ленинград». Я вам советую всем «Весенний Ленинград». Ой, жарко, товарищи, вообще жара. Я вот что думаю, лед идет, а где-то что, я гуляю без пальто. Это такой типа гипноз, я движусь с одной части экрана, с другой части экрана, и вы гипнотизируетесь. Ваши веки становятся тяжелее. Тело ваше расслаблено. Ваши руки тяжелеют.
приятная теплота разливается по всему телу. Раз. Вам все легче и легче, все печали и тревоги уходят. Вы погружаетесь в легкое состояние. Вы на берегу морского моря. Волны нежно окутывают ваше тело. 4. Вам очень хорошо. 5. Вот так вот. Умеете так гипнотизировать? Вы знаете, что Леха Никонов и Глеб Самойлов дружатся? А вообще вот поэты не должны дружиться. Потому что вот для меня другие поэты – это мудаки, они все мудаки. Вот я, ну я вот, есть вообще у меня список поэтов и поэтесс, которых я, блядь, ненавижу. Но, в общем и целом, есть поэты, которые мне нравятся, но они умерли в основном все. Но есть поэты, которые мне не совсем нравятся, но я могу их поделить. Современник, я не очень люблю поэтов. Означает, поэты не должны любить поэтов. Да, поэты даже и поэтесс не должны любить, они должны их просто трахать иногда. Но лучше не трахать поэтессу. Потому что поэтесса сначала как бы будет трахать твой мозг. Поэтому лучше не трахать поэтессу. Иначе будет да. Воу-воу-воу-воу. Так. Я бы было бы круто, если бы мы приехали в Протвино. В Протвино пирожки на Протвине. В Протвино пирожки на печке. Печка такая стоит, хлебопечка Редмонд. И пищит. Хлеб готов. Призываю я котов. Прибегают коты и говорят: а мы вот хлеб-то не едим. А печка говорит: а у меня там сухарики сдобренные гламатом натрия. А коты говорят: о, давай тогда едим, потому что сухой корм вискас похоже. Вот такая вот история в клубе «Акватория». А я гулял по проспекту, а я гулял по району, а я гулял по волшебному пандону. Я гулял. Значит, я вот гулял по районам, они оказались простыми улицами. Дома менялись, я шел по проспекту Большевиков, дома рушились и превращались в дома по проспекту Обуховской обороны. Я на самом деле скрою от вас улицу,
потому что улица не хмурится, а на улице две курицы из истории. К любви, к матюре. А я вот, когда ездил в санаторий, я гулял по этим самым... по районам... Вот скоро надо в гости будет ехать нам. Пусть мы тогда сначала поедем на трамвае или на автобусе, потом поедем на метро, а потом пешочком пойдем по проспекту, а потом уже свернем и в домофон позвоним и пойдем в квартиру. Вот такая вот история. Все тормозит, все тупит, все летит, все посвистывает. Мы летели на наших планетах, горизонтах различных систем. Так, у нас была такая система, заставляла нас улетать через галактические федеративные республики. В Галактической Федерации все бегали, космонавты, и говорили: мы распяли Иисуса Христа, вот беда, мы распяли Иисуса Христа, вот беда. Вот такие вот космические федеральные гангстеры собирались в наших планетах. Бывало, что они побегают, а там Сатурн и кольцо, и по кольцу так вот бегают, и накручиваются, как белки в колесе. А потом уже в этих буднях-то белка прилетает на Землю, на проспект, вообще у метро Балтийская выходит и говорит: мне, пожалуйста, пельмени и сметанкой. Кафе говорит. Вот такая вот история была. Эй, что ты не то нажал? Киллер пришел, так. Я начал списать, так. Ах, такие дела. Я написал: не подожду, а позже жду. А мы ходим по планете, горизонтальная история. Так, я буду смотреть, на что как бы с телефона, если смотреть стрим, то будет листья Китай, бывает, прибегает и говорит: где змея, сейчас ее убивать буду я, и начинает ее убивать. Рикки-тики-тави, хороший чувак, рикки-тики-тави, мангуст только так, рикки-тики-тави, рикки-тики-тави. Мангуст приходит и змею такая: от меня защищал наш друг мангуст, рикки-тики-тави, рикки-тики-тави, нас защищал от змеи мангуст, рикки-тики-тави, рикки-тики-тави, рикки-тики-тави пришел, от змеи защищал нас, от другой змеи защищал нас, рикки-тики-тави, 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 всех он там змей собрал и всех поубивал, всех этих змей забрал и убивал, он змей собирал и убивал,
Вот такие вот дела. Вот так. Значит, змеи пригодили, говорили, здравствуй, реки, тики-тави, тики-тави. А там были два змеи, нагай-нагай-нагай-нагай, он их мочил, реки-тики-тави, он их победил, реки-тики-тави, реки-тики-тави. Мангуст такой, самый лучший мангуст на свете, по имени реки-тики-тави. Рики-тики-тави, рики-тики-тави, такого мангуста надо еще поискать, как наш друг рики-тики-тави, 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 наш друг мангуст, наш самый лучший в мире мангуст, рики-тики-тави, 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 рики-тики-тави. Рики-тики-тави, 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 рики-тики-тави. Ой, отъезд лента, ну что, все идет, все кружится, все дружится, все приходят, говорят, здравствуй, город Ленинград. Тут приходит Бармалей и говорит сюда детей, и тогда вот Бармалей и хитрее, и добрее. Семиклассниц зеленых наш Бармалей всегда угощал различными пирожками, блинами и пирожными эклерами в заварном креме. Вот так, такой был рики-тики-тави у нас. Рики-тики-тави, 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 рики-тики-тави. Что-то как будто у меня нет инфы, что сейчас мы идем в прямом эфире. Но если зайти в менеджер, почему-то нет инфы, что мы сейчас идем в прямом эфире, а мы идем сейчас в прямом эфире. 37 лайф, 37 лайф, наша жизнь, 37 лайф. Скоро будет супершоу, это жизнь прямым эфиром, это жизнь прямым эфиром, это жизнь прямым эфиром, это жизнь прямым эфиром. Скалит зубы, словно зверь, скалит зубы, словно зверь. Мы такие веселые друзья. Жить нам вместе совсем нельзя, потому что прибежит злой колдун и устроит нам сильный бадун. И тогда мы будем грустно ходить, потому что не надо пить, не надо пить, не надо пить, потому что злой колдун прибежит. А вот злой колдун, он латынь знал. Он знал слово мутабор. Мутабор значит изменяться. Он говорит мутабор. И превращаешься в любого зверя. Ты не можешь превратиться в любого зверя и слышать язык других зверей. Вот такой вот мутабор. Мутабор наш мутабор. Мутабор наш мутабор, 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 мута-мута-мутабор. Я хочу послушать музыку, чтобы было хорошо. Я хочу послушать музыку, чтобы было уютно, модно. Так, значит, сейчас мы... Значит, это... Что-то все тормозит, все свернет, все летит. Сейчас саму сколько раз еще.
можжевельник я рекомендую всем любителям, борцам с темной стороной силы, со светлой стороной силы, и с темно-белой стороной силы, и с бело-розовой золотой силы, и еще с красно-зеленой силой. Я вот считаю, что надо взять и все поделить. Взять все и поделить. Это значит, действительно является этим можжевельником. Это можжевельник. Мы уже только можжевельник курим. Потому что мы против наркотиков, мы за советский строй. У нас нет секса, нет наркотиков, у нас только композиция «Время вперед». Пам-п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 ам. Вот так вот. А я не могу просто слушать музыку и беседовать. Я могу что-то одно. Слушать музыку и уходить в нее. Музыка. Вылезет эта Каруза, приходит с палочкой и кланяется так. Здравствуйте, милая муза. Я Каруза. Здравствуйте, милая муза. Я Каруза. Вот такая вот случай был на вокзале. Все ожидают прибытия поезда, а поезда все нет. И потом объявление такое: все в порядке, у нас все хорошо, у нас просто, мы просто на обеде. Это из анекдотов Гамаза. Так, я хотел бы вам рассказать о том, что приходит, бывает, такой злой человек, который не человек, а демон. Его зовут... Понаехали мы тут. Его зовут этим... Вожаки Лайон, женой приходит и защищает. Он раньше был демоном таким. Потом, значит, под Масабхавой сидел и на кладбищах тибетских. И он и всех демонов религии Бон гневных, он перевербовал на сторону буддизма. И теперь они защищают всех буддистов. Вожаки Лайон всегда защитит всех буддистов. И Фалден Хамон всегда защитит всех буддистов. И Ямантаки всегда защитит всех буддистов. Всегда гневные буддистские божества защитят всех буддистов. И даже и не буддистов защитят. А друзей буддистов тоже защитят, как бы, и подруг буддистов защитят, и приятелей и знакомых защитят, и даже кошечек, и собачек, и черепашек, и мышек, и хомячков, и буддистов, и друзей защитят, и знакомых. Вот такая вот история. Эх, скоро мы поедем в гости. Неохота в гости ехать, но надо сейчас собраться, едем в гости. Кто будет ехать, интересно, сейчас сядем на трамвай, на автобус, на метро, на эскалаторе будем подниматься, опускаться. Потом выйдем и пешочком пойдем. Потом направо по проспекту и в отбор, и домофон будет звонить. Дзин-дзин-дзин-дзин. Вот такая вот история. Главное, что нас по пути бы, на пути бы в гости, чтобы нас не поймали, не посадили в тюрьму за то, что мы курим можжевельник. Можжевельник на территории Российской Федерации разрешен. У
он используется на разных ритуалах и очистительных практик. Это правда, вы можете посмотреть в справочниках, энциклопедических справочниках. Есть одна трагедия, о которой молчит, ветчит Википедия. Это как волки съели полмеги и съели эмо, и съели гламурных девок, и покусали эмочек, и в уборную посадили охранников Омега Дебенко. Омега Дебенко, Омега Дебенко. Значит, чтобы нас не забанили, мы вам сейчас созвонились. Вот действительно, это у нас тибетский саунд. Это вот кажется, что что-то такое суперское, но это на самом деле будильник. И от него не вставляет. Я смею вас заверить, что от него не вставляет, но от него хорошо более высшим сущностям. Ну, как бы человек, он тоже высшая сущность. Человек, он выше всех существ, еще всех асуров, богов, там, полубогов, голодных духов. Человек, он выше всех. Потому что он и рассказал об остальных существах, он их сам и придумал. Человек создал все, человек создал все. Вообще, вот, чтобы не оскорбить чувство верующих, то для них, конечно, все создал Господь. А для неверующих все создал человек. Вот и все, я объяснил всю борьбу вековую между атеистами и теистами. Но я не атеист, я не атеист. Я типа как? Нет, у меня просто есть своя супер-мега атеистическая религия моя. Я могу этот культ вам рассказать и показать. Я был монахом этого культа, ходил в спортель, никому не позволял лезть к гамазу. Я палкой всегда за гамаза бился с врагами. За гамаза сбился я с врагами. И вот таким крюком я закручивал кишки тем, кто обижал гамаза. Мы поедем к Бигбрейну и засунем крючок этот, перемотаем все кишки за гамаза. Вот такие мы отважные бойцы невидимых фронтов, невидимых фронтов. А был такой невидимый фронт, значит, его видели только вампиры, оборотни, колдуны и маги. Вот. И об этом невидимом фронте до сих пор. И приходит тут ко мне, зову он, говорит, давай сюда, ты кристалл. А я ему говорю, хорошо, бери кристалл. А куда я против Завулона, ёпты? Так, вот такая вот пирамида первая у нас была. Сначала была финансовая пирамида, потом был финансовый шарик, потом был финансовый кубик, а потом был финансовый ромбик, а потом был финансовый ромбик, а потом... Потом был финансовый, кубика Рубика, я сидел в метро, смотрю, какой-то чувак, Рубик на моих глазах собирает все в такт, кубик Рубик. Кубик он собрал прямо на моих глазах. Вот так гений, вот так.
Что-то видео вырыпалось, не знаю, вроде было все нормально. Так, я должна... У меня вроде все идет, чувак. Да, привет, спасибо за 157 молитв. Но мы молимся самому себе. Вот нам мы молимся сами себе. Я молюсь самому себе. А вот кого скажут верующих, те молятся не себе. Но мы кто? Представители атеистических религий, мы молимся себе. А представители теистических религий молятся Богу. А там ничего плохого, да? В этом нет ничего плохого. Сейчас мышка расскажет вам про мужиков. Ну, так, сейчас. Я просто смотрю уже транслейшн. А мне надо смотреть, что на камеру. Мужики, мышка вам расскажет про мужиков. Музыки, пляс пошли под ритмы очень-очень модной музыки. Музыки. Вот так вот. Мышка рассказала. Был тормоз в эфире. Ну так и что? Бывало всякое. Вот и ходит по планете Тринстин. Ходит, бродит по планете Тринстин. А вот горловое пение, это, кстати, очень круто. Первым гроу-певцом были тибетские монахи. А в СССР гроу-певцом был Высоцкий Валёй Володька. Высоцкий Володька любил, чтоб его девки гоняли, ходили голыми по тонкому льду, тонкими по голому льду. Высоцкий берет и выкидывает девку свою на голый лед, на голый лед, голую девку свою на голый лед. Выкидывает он и говорит: иди по тонкому льду, иди, Высоцкий, иди по тонкому льду. И девка идет его по тонкому льду, по тонкому льду, по тонкому льду. Вот всегда так отношения с поэтами, это ходьба по тонкому льду! Вот так вот. Вот такие мудрости-премудрости мы вам сейчас расскажем. Вот такие вот премудрости мы сейчас покажем. И, конечно же, вас все плетками накажем. Ох, семи хвостыми плетками вас накажем мы. Карабасы-барабасы мы, потому что... А куклета ходят, бродят, а куклета ходят, бродят, а мы карабасы-барабасы будем хлестать их плетками, семихвостыми. Семихвостыми плетками будем махать мы, только бьют, только бьют. Зажигает и поет, только бьет, зажигает и поет, только бьет, зажигает и поет, только бьет. Так. Я знал такую рок-группу, которая называлась «Зеленый гарнизон». Я знал такую рок-группу, которая называлась группа «Хуй». Она играла песню «Фараон». Я знал такую рок-группу, которая называлась «Тонкая палочка соломы». Я знал такую группу, которая поломалась, потому что много хуячила наркоты. Я знаю такую группу, в которую входили коты, коты, коты. Я знаю такую группу, которая рассорилась из-за одной девчонки, которую звали Настя. Я знаю такую рок-группу, которая называлась «Жопа и не Настя, жопа и не Настя». Вот такая вот рок-группа, между прочим, у нас была, мы играли в ней. К
каждый день, каждый день. Выходили на репетиции в гараж и давай дуть. Бьет у нас супер чувак. А на басухи хуярит вот так. Дима. И, конечно, на руки поиграет. Соляки. Разные соляки играет он. Вот такой чувак, он супер-мега-фараон. Я летаю по планетам, по космическим мирам, по великим сельсоветам и, конечно же, громам. Вот так вот я и гуляю по волшебным мирам. А я тут взял и издал указ новый, говорю. Значит, сейчас вперед, идите. Приведите ко мне палача, пусть он возьмет и казнит Юрию Лозу. А Юрий Лоза во время казни и говорит: ты не так, палач, меня казнишь, не так мне голову ты отрываешь, не так ты меня на плаху кладешь, не так ты меня убиваешь. Вот такой критик Юрий Лоза, он палачу сказал, что неправильно его казнят. Ебаный брат, ебаный брат, и все планеты мелькают, и супер летят в космический мир, наши звездолеты, наши звездолеты, ай-ой-ой, там, дым-ба-дым-ба-дым-ба-дым-ба-дым-ба-дым-ба-дым. А что такие дела? Я возил вкусные молочные коктейли, клубничные, ванильные, банановые, просто классика молочка. И тут я пошел на концерт и думал, давайте так. Значит, Филипп Киркоров идет в концерт и говорит: сейчас мы будем пить пиво. Шутка, это было не так, все. Значит, был концерт Короля Шута. Панки все очень рады. А тут вместо Короля и Шута выходит Филипп Киркоров и говорит: друзья, всем разливного. Панки думали пиво, а вот хуй. Молока. И там в зале спортивном стоят коровы, их доят прямо в стаканы и панкам дают молока. Вот такой вот беспредел устроил Киркоров. Сука. Вот такая вот история. А еще бывало, ходит человек, зажигается. Так. Да, вот такой человек. Скоро надо нам пиздюхать гости, только не хочется что-то вообще. Но с другой стороны, на природе так круто, посмотрите, какая красота и солнышко у нас. О, какое солнышко у нас. Я не знаю, есть ли эфир, или, может, ушел я в сортир. Я не знаю, есть ли эфир, или, может, ушел я в сортир. Ах, как мне узнать, если не эфир? Ах, как мне узнать, если не эфир? Я не знаю, есть ли эфир, или мне отойти в сортир. Я не знаю, есть ли эфир, или мне отойти в сортир. Сейчас я проверю. Есть эфир, только с камеры не видно ни хера. Есть эфир, только с камеры не видно ни хера. Я супер-мега-поэтический человек. Я супер-мега-канонический человек. Мы возьмем и прочитаем супер-книгу всех времен.
пророк ходил в сандали, такой пророк ходил босиком, а такой пророк ходил в ботинках. Другой пророк ходил в лаптях, а другой пророк ходил в сандалях, а другой пророк ходил в лаптях. В лаптях, да, ходил в лаптях. Вот, кстати говоря, нас играли здесь не зря, нас играли здесь не зря. Сектеры горизонтов, я ходил в клуб горизонт, а ты ходил в клуб вертикаль, а я ходил в клуб горизонталь, а они ходили в клуб диагональ, и поэтому нам никак-никак не могли мы никак не знать друг друга в этой связи, в этой связи. Я любил тебя из клуба вертикаль. Ты носила черные колготки, юбку такую пушистую. И попа у тебя была просто загляденье. И сиси были у тебя просто упоение. Вот такой клуб. А этот чувак из клуба «Диагональ» приехал в город и сказал: «Привет, мне тебя не жаль, и отправил меня в лагеря, чтобы я там был вожатым пионером, вожатым пионер, вожатым стал я тогда в этом детском лагере. А потом в этом детском лагере я, ко мне пришли мои с отрядом, мои по девчатам, и тогда я вам не расскажу, что было дальше, потому что это, ребята, из Вилета, это просто статья номер 234. Нет, статья 134, 135, статья 134, 135, статья 134, 135. Это уже не тост, а раньше был тост, а раньше был просто тост по совращению малолетних, просто тост, а сейчас-то статья, а раньше это был хороший тост с бутылкой вина, с бокалом вина, с роком вина, с роком изобилия, всем дала, всем сполна, а сейчас это статью. Вот такая тема. Так. А я гулял по горизонтам, а я гулял по диагоналям, а я гулял по вертикалям, и вообще я гулял по улицам. Ой, дрема. Как ходил Иван Дурак. Короче, дело было к ночи. Я играл на бонго, я играл на бонго. Я готов был стоять и играть на бонго. 2 недели, 3 недели, месяц, 2 месяца. Ничего не делать, только лишь играть на бонго. Я хотел бы всю жизнь играть только на бонго. И больше ничего не делать вообще. Больше ничего не делать бы вообще. Только лишь играть на бонго. Снова. И снова и опять играть на бонго. И больше ничего не делать, только играть на бонго. На бонго мы играли день и ночь, сутки прочь, неделями и месяцами. На бонго мы играли без конца и без начала, самого, без начала времен. А времена нет начала, у времен нет начала, у времен все безначально. Все безначально.
все безначально. Разбежались, убежали, разбежались. Куда мы с тобой? И поехал я такой домой. У меня в дому лежал котяра, Он замурлыкал при виде меня, он замяукал, попросил жатвы. Вот такой вот кот был у нас, суперкот, а еще был пес по имени Тишка. Странный у нас Тишка, Тишка у нас очень странный. Ой, хорошо, друзья мои, в этот весенний день насладиться прекрасными дарами солнца, воздуха и прочих радостных моментов. Только вот надо скоро уже упиздюхивать. Сейчас мы позвоним и спросим, не пора ли нам упиздюхивать. У тебя, у меня нет морали. Пиздюхать отсюда. Нам раз нет морали в этом мире, ни у кого больше. Надо упиздюхать тогда. А я куда? Брошка моя, брошка моя, это моя бровь, это моя вторая бровь, это мой глаз, Но на самом деле это не бровь, это не бровь и это не глаз. Это на самом деле иллюзия, потому что в глазе много молекул. И если каждую разложить по молекулам, а если еще до атомов разложить, а если еще до бозона Хиггса разложить, то тогда вообще будет иллюзия. Поэтому нет ни глаза, ни брови, нету ничего, Алло, значит, я еще не выехал, я сейчас выезжаю. Я тут хорошо время провожу, но ты понял, чел, да? Как я веселюсь. Мы веселимся. Я стрим сейчас веду, это все в прямом эфире на новом канале. Ну я сейчас приеду, короче, у меня седые волосы уже, я старый пердун. Так, я приеду сейчас, короче, и это самое, и будем с тобой, я сейчас выйду скоро уже, я сейчас стрим закончу, минут через пять. Минут пять стрим закончу, буду одеваться, поеду. Давай, Супкачок. Так, я сейчас 5 минут закончим стрим. 5 минут – это очень много, друзья. Вы слышали песенку про 5 минут, но вы не могли ее оценить, потому что вы пили тогда шампанское. А это не то, чтобы оценить 5 минут. Чтобы оценить 5 минут, нужно не пить алкоголь. Чтобы оценить 5 минут, не надо пить алкоголь. Чтобы оценить 5 минут, нужно кое-что делать другое. Чтобы оценить 5 минут, нужно пыхать. Йоу. Но мы предупреждаем вас, что наркотики запрещены на территории Российской Федерации. И не только Российской Федерации. Но есть такие страны, где можно пыхать. Это Нидерланды. Это некоторые штаты США. А еще это Северная Корея. Я не шучу, в Северной Корее можно пыхать. Возможно, когда-нибудь. Когда? Можно когда-нибудь. У нас тоже будет легалайз, но не знаю, когда.
Наши чиновники такие мудаки, они не знают, что как хорошо. Был бы легалайз у нас, лучше бы отменили бухло. Всякие боярышники и водяру, всякую там Финляндию бухло, и Путинку бухло, и разные другие бухлишки. Ну, можно оставить немножко маленького перевишку, но так, тисли гонца, немножко хорошего венца. А все то, что очень крепкое, все запретить. И сигарет с никотином тоже запретить. А легалайз сделать, и будет куда. Будет, если легалайз, это будет очень хорошо. А если по всему миру будет легалайз, да, у нас становится войны. Но с другой стороны, в Афганистане пыхают тоже все представители Талибана. Не все, конечно, но некоторые из Талибана могут и пыхнуть. И поэтому не факт, что легалайз поможет от всех войн на свете. Но, по крайней мере, он поможет победить войну самим собой. Йоу! Самим собой он может победить войну. Так, значит, мы звонили. Так, 12:20, уже, значит, 5 минут-то проходит. Сейчас надо уже закруглять стримок и ехать. Ну, может, еще устроим стримок на этом же канале живой, то есть на улице будем ходить, бродить. Там просто мы в метро все равно будем спускаться, в метро-то точно разъединит, поэтому смысла нет транслировать с улицы. Но, может быть, мы немножко потранслируем улицу еще сегодня. Я думаю, что надо бы потранслировать улицу. Потранслируем улицу! Бывало, что раз и улица транслировалась. Наша улица. А я жил на улице, самой лучшей улице на свете. Мы жили на такой большой планете, но звали ее не Земля, но звали нашу планету. Ее никак не звали, чтобы она была секретной. Наша планета была секретной, и никто не знает, как ее звали. Ну так вот. Так, ну ладно, я поехал, наверное, сейчас. Сейчас я переоденусь туда и поеду, я пока еще. Не знаю, или уже завершать с ним переодеваться, я не знаю. Я не могу выбрать, закруглить ли стрим, или переодеваться, или закруглить стрим, потом переодеваться, или переодеваться, закруглить стрим. Ладно, уже как хуйня пошла, короче, все. Йоу, всем привет, всем хорошего настроения. Весна. Весенний Ленинград, я иду по весеннему Ленинграду без пальто. Все, чуваки, девочки, все круто. Я сейчас буду ехать трамваем и смотреть этот стрим. И думать, пиздец, какой я. Пиздобол. Все, пока.